Самым достойным людям Чебоксар продолжают вручать памятные медали в честь 550-летия столицы республики. Напомню, первыми эти награды получили ветераны Великой Отечественной войны. А накануне в 10-й Чебоксарской школе почетную миссию вручить очередную юбилейную медаль возложили на Владимира Филиппова, заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ. Награду учредило городское собрание депутатов. На лицевой стороне медали изображение города на оборотной надпись 550 Чебоксары Шупашкар. Светлану Кумалькову, директора 10-й школы, момент вручения награды растрогал. Мне очень приятно, что я вхожу в число лучших горожан города, но я считаю, что эта награда не только моя, а всей нашей команды. В команду входят учителя, ученики, родители. Они мои помощники, они мои советчики, они мои судьи. И я очень благодарна вам, дорогие мои коллеги, ученики, родители, за поддержку, потому что все то, что мы с вами делаем, я одна, естественно, сделать бы совершенно не смогла. Стоит отметить, что в этом году в 10-й школе 44 выпускника, двое из которых окончили школу с золотой медалью. 11-классница Аня Степанова – одна из тех 34 человек в Чувашии, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Еще одна выпускница 10-й Чебоксарской школы Мария Волобуева заняла первое место в конкурсе сочинений, объявленном администрацией города «Чебоксары. Город твоих побед». В своем эссе девушка писала про благоустройство, памятники и культуру в столице.